слышишь, вернее, то, что до тебя доносится, до твоего мозга, то, что ты отражаешь, то, что ты видишь, то, что ты понимаешь, то, что ты, звуки, которые ты воспринимаешь, которые до тебя доносятся, ты... Это же все исключительно информация, руководство для руководства в действии. То есть ты можешь сколько угодно фантазировать, как же быть, как же жить, но все ответы даются тебе прямо сейчас и здесь, потому что пространство, которое тебя окружает, это результат твоих мыслей, твоей мыследеятельности. Ну, может быть, не тебя как человека, но тебя как того, кто забыл себя в человеке, но помнит себя, какой он есть. Потому что как бы далеко ты себя не забывал, все равно ты помнишь себя. Это состояние, которого ты избегаешь, потому что оно ад. Ну как можно понять, избегаешь ты его или нет, когда ты находишься здесь и сейчас, вернее, когда ты находишься везде единовременно. Ну и ладно, это все лирика. Сейчас как раз сидел, рассуждал на тему, как же все-таки управлять реальностью. Для того, чтобы, наверное, ответить на этот вопрос, надо для начала вообще понять, что есть реальность. То, что реальность реальна для только лишь для участника реальности, для персонажа реальности, для объекта реальности, это факт. Все же в мире относительно. Вот относительно реальности, объект реальности, сотканный по ее образу и подобию, вернее, из того материала, из которого она состоит, это осязаемый плотный мир, который может и долбануть, и убить, и покалечить, и заставить тебя страдать, и мучиться, и делает это постоянно, собственно, для этого он, наверное, и нужен. Но, опять же, понимая, исследуя этот мир и другие миры, ты понимаешь, что любой мир, по сути, есть фантазия. И живет он по законам фантазии. То есть не сверхразум придумал этот мир для тебя. Ты сам, находясь в этом мире, его генерируешь. Твои страхи, твои намерения, как это сейчас модно принято называть. То есть ты ткешь ткань своей реальности самостоятельно каждую секунду. Ну, поскольку ты в это не веришь, а механизм все равно работает, это происходит, да? Ткань реальности для тебя всего лишь какая-то цепочка событий, которые, как тебе кажется, совершенно тобой не контролируемы. Ну, иногда мы, конечно, замечаем закономерности, кто-то в этом более-менее уже убежден, кто-то на этом целую карьеру построил, там, астрально, религиозно и так далее, волшебно. Но в целом для нас это все из области какой-то фантастики, то, к чему мы серьезно никогда не относились, относиться, наверное, не будем, иначе все потеряет смысл. Но некоторые из нас об этом думают очень серьезно и воспринимают это положение вещей недостаточно, а абсолютно серьезно. Ну как серьезно? Абсолютно на чистоту. Мы понимаем прекрасно, что даже несмотря на то, что тело сопротивляется и разум сопротивляется этому, даже когда ты 100% убежден, все равно идет сопротивление от физического тела твоего, да, от мозга в первую очередь, сопротивление тому, что это так. Но ведь я вот даже вот по себе, если, как говорится, оценивать ситуацию, сколько экспериментов проведено было за свою жизнь, когда я ставил опыты с реальностью и получал результаты. И всегда были результаты, всегда, если просто проводить именно как, в принципе, как эксперимент, опыты с реальностью, то и желать увидеть, и просто обращать внимание на нужные факторы и вещи, то рано или поздно ты понимаешь, что ни одно действие, связанное с изменениями реальности, не проходит абы как. То есть всегда есть результат. Ну и в основном этот результат заключается в том, что это в скорости происходящего. Вот, допустим, ты сформулировал какой-то образ для себя, да, там. Хочу там, не знаю, что-то хочу. Какой-то физический объект себе представил,
вот хочу, чтобы у меня был этот физический объект, ну, даже там, неважно. И там разница между экспериментами в основном это до момента происхождения того, что ты задумал. То есть, поначалу это были там месяцы, там, может быть, даже годы. Потом это уже недели, то есть срок сокращается, и потом, когда ты начинаешь с этим работать уже серьезно, то есть этот путь для тебя становится, ну, он уже меряется там сутки, двое, да. То есть он сокращается. То есть когда ты над материалом работаешь, то срок реализации твоих задумок, он сокращается. Это говорит о том, что когда ты работаешь над материалом все более и более серьезно и получаешь все новые и новые доказательства, назовем его пока временно теорией этой, да, то что ткань мироздания, ткань, вернее, реальности, окружающая тебя, она ткется твоими же мыслями, да, то, соответственно, твое убеждение в этом возрастает, а как убеждение в этом – это единственный тормоз, который не дает тебе совершать чудеса здесь и сейчас, и в том виде, в котором ты хочешь. Потому что, как вот описывают, опять же, многие практики, да, там, реализация намерений в основном упирается на какие эти камни преткновения. Ну, во-первых, ты по времени, как я уже сказал, то есть инертность, некая задержка идет между тем, что ты вот сейчас придумал, и оно реализовалось через какое-то время. Ну и самое главное – это точность. А здесь, как говорится, как в анекдоте, надо точнее, как говорится, желать, точнее загадывать желание, иначе у тебя будет квадратный нос и треугольные зеленые уши, потому что надо. А для того, чтобы правильно загадывать желание, вернее, правильно формировать вот нить реальности, чтобы она получалась именно такой, какую ты себе хочешь, для этого нужно прежде всего научиться не получать визуальный, зрительный образ от того, что ты хочешь получить. А скорее всего, да не скорее всего, однозначно, надо представлять себе то ощущение внутреннее, состояние эмоциональное, которое ты будешь испытывать в момент, когда у тебя этот предмет будет. Ну, если мы говорим, допустим, про какие-то земные материальные вещи, там, не знаю, там, кто-то достаток хочет, кто-то положение в обществе, кто-то еще чего, кто-то какие-то предметы конкретно хочет, то здесь самая главная ошибка, мы хотим, чтобы у нас было много денег, я не знаю, или у нас была квартира, у нас была машина. Но мы упускаем те моменты, что эта машина может быть как бы у нас, но не наша. Это деньги, которые тебе дали, но это не твои, ты должен за них там сториться и отдать, либо что-то сделать. Ну, то есть, ну не то чтобы вселенная, реальность формирует тебе то четко, это же как вот еще сделано, так сказано, что это зеркало, оно отражает то, что ты хочешь. Оно отражает именно так, как ты захотел. Оно не может додумать за тебя, как ты хочешь. Ты единственный, кто здесь вообще может думать. Это твое осознанность, твое сознание, то есть как таковое, оно все формирует. Поэтому ты есть все, и поэтому все думаешь ты. Никто за тебя не дорешает, не додумает. Да, окружающая реальность сделает тебе слепок того, что ты захотел, опять же, исходя из окружающих материалов. То есть оно может сделать все, что угодно. И с какой угодно скоростью. Главное – это правильно формулировать свои мысли, свое желание. И вот я так думаю, что сегодня важнее не представлять себе воочию предмет, а представлять себе состояние владения этим предметом. И я сейчас говорю не только о физических предметах, это могут быть человек, какие-то навыки. То есть, не знаю, я представляю, как если бы я, например, знал все языки мира. Ну, хотя бы этого. Просто я знаю, я даже могу их не знать, я могу понимать на всех языках планеты. Почему? Я вот представляюсь, я вот себе сижу, я представляю, как это будет. То есть у меня нет недопонимания никого. То есть в любой стране мира я слушаю речь там, местных жителей, я ее понимаю. И говорю, могу отвечать. Причем могу отвечать на языке, привычном мне. Но люди, которые будут меня слышать, будут меня понимать. При любом раскладе. Я вот себе. И теперь главное это все-таки воспарить сердцем, да, так сказать, художественно, если так, и представить себе радость вот, бытия при вот, возникновении вот такого эффекта, да, представляешь, то есть ты смотришь,
слушаешь людей, любых национальностей, любых вероисповеданий, ты их понимаешь абсолютно, ты им говоришь просто языком, который ты умеешь, не знаю, там, русский, японский, на каком ты говоришь, и они тебя понимают. И вот представить себе вот такие возможности, на секундочку, представить себе, как это может быть, и вот представить себе это состояние, вот это же ликование, наверное, что может испытывать человек вот при там обретении сверхъестественной способности. Это же сверхъестественная способность. Я понимаю язык всех людей. Я сейчас не беру там всех животных, хотя это было бы вообще, наверное, супер. А почему бы и нет? Всех животных, всех живых существ. Вообще всех живых существ. Это достаточно интересно. А теперь важно вот себе представить вот это состояние души, состояние настроения, состояние осознавания того, что ты это делаешь. И вот это состояние запомнить, и вот его проецировать. Вот сидеть, ходить, жить и проецировать себе вот это состояние. Вот это безграничность возможностей от даже маломальски какого-то необычного вот, сверхчеловеческого умения. Вот если я понимаю всех людей и могу объяснить всем людям и всем, кому угодно, все что угодно, это же через неделю я стану властителем мира, ё-моё, надо ли мне это? Ну а почему бы и нет? В общем, резюмируя часть первую нашего... Эй, стрелочка, дай проехать, а, пожалуйста, спасибо. Резюмируя сегодняшнюю нашу, так сказать, телегу, можно сказать себе так, что чтобы реализация твоих желаний стала точнее, именно точнее, на время здесь немножко другие факторы влияют, надо формировать себе не визуальный образ того, чего ты хочешь, а последствия владения тем или иным объектом. Будь то предмет физический или будь то какие-то человеческие навыки. Можно вырастить себе зубы, можно вырастить себе волосы, можно вырастить себе жабры, если оно тебе надо. Ну вот. Так что вот, Сеня Кайнер. Да, взял себе такой псевдоним. Почему нет? В детстве любил имя Сеня. Чего меня называли Сережей? Ну так надо. Ну, в общем, вот. Давайте, пока.